E hoje eu pedi que Deus traga, eu amo que eu vou
Добрый вечер, дамы и господа, дорогие друзья. Добро пожаловать на ФУМО-арену. Сегодняшнюю концертную программу будем вести мы. Диктор национальной телерадиокомпании Узбекистана Надырхан Мухаммедханов. И моя прекрасная соведущая, заслуженный работник культуры Узбекистана Дильдора Рустамова. Сегодня не просто красивый концерт, сегодня мы встречаем очень важный праздник в истории нашей страны. Поэтому из маркезда Махобатли спорт мачмасы ксоплятыш Хумо Арена Копфункциали спорт сарайни очилыши ва фаолиятыны бошла биборгены муносабаты билан Узбекистан Республикасы Президенты Шавкат Мурамонович Мурзиёевке чексиз миннатдорчилигимизни изхор этишке ижозат эткенсиз. И действительно, этот дворец явился результатом масштабных реформ и динамичных преобразований, реализуемых в Узбекистане, где безусловным приоритетом является воспитание физически здорового и гармонично развитого молодого поколения. Вагугун Токузинчу Май, Хотра Вакадырляшкуна Арапасыда, Халкымызнин Буюк Халабаги Кошкен, Мунасыб Кисасхатыдаги Давлатымыз Рахбамин Метрофы, har qachon gidanda ahamiyatli desak to'g'ri gapirayotgan bo'lamiz. Urushda 500 mingdan ziyod o'zbek jangchilari halok bo'lgan. Ularning har uchinchisi 18 yoshga to'lgan safarbar qilinganlardir. Узбекистан принял около 1 миллиона человек, в том числе 200 тысяч детей, которых жестокая война лишила крова, родных и близких. Самоотверженный труд отцов и дедов в тылу в годы войны является для нас, молодого поколения, ярчайшим примером мужества, отваги, благородства, любви и преданности к Родине. Уруш хакыдаги хакыкат унутылмасыги лозым. Ватан парварлик ва фахр. Ота бабаларымыз хотрасыны шарафлаш, президентымыз томонидан белгиленген бош йоналыш. Jasoratli o'zbek xalqining kelajagini belgilovchi yo'nalishdir. И позвольте низко поклониться и выразить огромную благодарность вам, уважаемые ветераны, за сегодняшнюю нашу мирную и благополучную жизнь. Bundan 74 yil avval ikkinchi jahon urushi ustidan g'alaba qozonildi. Ва бутун дунё, бундан буён ер юзида тинчлик, тотувлик ҳукмрон бўлишига ва албатта инсонлар осуда ҳаёт кечиришига умид боғлади. И сегодня нам с вами под силу сохранять этот мир, это небо мирным и смотреть в будущее с оптимизмом. Азизлар, зеро бугунги концерт дастуримизнинг асосий ғоясиз ҳам айнан мана шу. Ikkinchi jahon urushida halok bo'lgan yurtdoshlarimiz xotirasini yod etish, olovli jangohlardan omon qaytgan bobolarimizga, front ortida og'ir kunlarda sabr-bardosh bilan yenggan va bugun biz bilan birga bo'lgan barcha faxriylarimizga ehtirom ko'rsatish. Действительно, наша жизнь стремится вперед. В нашей республике появляются вот такие вот уникальные спортивные сооружения, дающий возможность молодежи все ярче идти по пути самореализации. Мангу айтмогым росты, улуввор ниятлерге кар кылмас ажар. Кем юртыдан яулык булса, мен ушар. Saman'ın, bor bo'lsam chamanim.
Assalomu alaykum, aziz qadrli yurtdoshlar. Barcha urush va mehnat faxriylarini chin qalbimizdan muborakbod etamiz. O'zbekiston diyorida siz azizlarni albatta hamisha qadringiz va qadringiz baland. Bayramlar muborak bo'lsin. Chin qalbimdan yana bir bor tabriklayman. Rahmat, salomat bo'ling. Всем!
sen taxta surmadim. Yolg'izim yakalandim, topilgan qo'shonandim, o'zingga yo'llandim. Ulug'imsan, sen hujjatsan, chingizlarga darvozasi ochmagan. Temur malik o'g'lim, sirdaryo istagan. Muqammasan, qorachig'im, olovlarga sachragan. Hey!
веселые соус, каждый бросил коня, и стремить к ней поднялась рука. Веселые соус, ты оставил страну, и твой конь под седлом чужака. Веселые соус, ты оставил страну, и твой конь под седлом чужака. А теперь спутанный стоит занесенный хлыст один ножи, разорвать ремни не хватает сил, кому что желез закусил. Если знать, что будущее нас ждет, знай, куда тобой коней несет. Времени мысли подгоняют нас, дали нас конем последний шанс. Есаул, что ж ты бросил коня, пристрели тебе поднялась рука. Есаул, Есаул, ты оставил страну, и твой конь под седлом чужака. Есаул, Есаул, ты оставил страну, и твой конь под седлом чужака. Спасибо, друзья, спасибо, группа «Эскадрон» с нами. Вы знаете, сейчас будет песня, которая для меня, наверное, главная, не только в сегодняшнем концерте, а вообще за последние годы. Я его писал под впечатлением международного движения «Бессмертный полк». И я прошел в составе «Бессмертного полка» с портретами своих родителей, своей мамы, своего отца, которые дошли. Отец дошел до Берлина, а мама закончила войну на Халкинголе. Вы знаете, когда я шел в составе «Бессмертного полка», у меня было ощущение, что это я, «Бессмертный полк». Он в каждом сердце из тех, кто шел вместе со мной. Я думаю, что мы не дадим переписать нашу историю, нашу совместную историю. Я думаю, что пока наши потомки, наши внуки, правнуки, праправнуки будут идти с пожелтевшими фотографиями своих предков, героев, мы все будем бессмертны. Мы – «Бессмертный полк». Течет река «Бессмертного полка» по улицам, проспектам, по стране. Шагает в ряд с портретами в руках потомки победителей в войне. На старых фото вечно молодые, свою оставив вахту в небесах. Шагают предки с нами, как живые. Течет река «Бессмертного полка». Проявили для нас. Для уважения дней. Москву вместе с вами. Семейные дни. Все так быстро кончается, и не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь под руку прямо я, но держать спину прямо я. Будешь, что бы не случилось, от зари до зари, а я ясный мир. Поем, оставляй себе, а я
Спасибо!